показываю простой вариант. На первом ладу зажимаем вторую струну, на втором ладу третью, играем пятый бас и играем три струны одновременно. Затем малые бары зажимаем на первом ладу и играем вот такой ритм. Дальше мы играем вот первый лад, третья струна, шестой бас. Это простой вариант в медленном темпе. Более сложный вариант, зажимается полностью аккорд ля минора, играется пятый бас, дергаются те же три струны, но мы зажимаем указательным пальцем первый лад, первую струну. Затем отпускаем, и звучит открытое. Второй аккорд Е7 с мизинцем. Играем шестой бас и играем тоже барре на первом ладу. Получается вот такой интересный бит.